25 рублей наличными и 22 при оплате картой придется отдать ульяновцам за проезд в электротранспорте. Новые цены будут действовать с 1 января следующего года. Стоимость поездки в нашем регионе сейчас самая низкая по Приволжью, проанализировали эксперты. И посчитали, пора повышать. А вырученные деньги пойдут на нужды предприятия-перевозчика. На сегодняшний момент, значит, предприятие колоссальные деньги платит за, значит, потребляемую электроэнергию, а также запасные части. Кроме того, значит, повышение тарифов пойдут на увеличение, значит, заработной платы сотрудникам предприятия. Деньги нужны и на строительство новых трамвайных путей в районах города. Засвияжский первый на очереди. Будут закольцованы такие улицы, как Шигаева, Камышинская, так как данный микрорайон у нас не обеспечен транспортной доступностью, общественным транспортом, именно электротранспортом. На сегодняшний день готовится проектно-сметная документация. Строить трамвайные пути планируют начать в следующем году.